Приветствую поклонников ММА. Российский тяжеловес Антон Везигин заменит Александра Емельяненко в поединке на турнире RSC-6 4 мая. Его оппонентом станет бразильский боец Вагнер Прадо. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Италию, где побывал на футбольном дерби между грандами итальянской серии А между Миланом и Интером. Хочу с вами поделиться моментами жизни Хабиба Нурмагомедова в Италии.